Не-не-не, ничего не понимаю. Ну, ну ладно, давай, не надо отмазываться. Все мы прекрасно знаем то, что Жека сегодня плакал, честно скажу, раза три плакал, потому что мне пришла золотая кнопка. Эдисон, ты пришла золотая кнопка, а мне на счете пришла, хотя он подался ярко, он ответит или позже, а ему она пришла, а мне нет. Это жизнь просто несправедлива. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем записывать троллинг. Да, ребята, поэтому ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Пошли, Жендос, пошли сразу проходить, сразу да, пошли. Да, правда, на мой троллинг пошел зачем-то, да ладно. Так я... Да ты дебил! Я хочу сразу проходить. Да блин, на Эдисон, придурок, так нельзя! Ладно, иди. Видали, вот, видали? Ну ладно, все, иди отсюда, пошел. Давай. Ну что, ребята, собственно, вот мой троллинг. Знаете, в чем он будет заключаться? От мне пришла кнопочка, золотая кнопочка. А вы помните, когда Жека меня троллил по поводу кнопки? Тогда мы друг друга троллили по поводу кнопки, он говорил то, что она мне никогда не придет или будет приходить там 2 года. Вот на самом деле через 2 недельки она уже у меня вот тут находится. А Жекина кнопка... Хрен его знает, когда она ему придет. Поэтому, ребята, в этой серии мы заставим Жеку забрать свою же кнопку с почты России, это опять почта России, тут много ловушек. Жека должен будет убивать хачапурчиков, которые якобы не дают, чтобы Жеке отправили кнопочку. Ну, это, можно сказать, работники почты России, хачапурчики, да, хачапурчики, работники почты России, посрать. Короче, Жека будет проходить тут много испытаний, я не буду вам объяснять правила. Ребят, я знаю то, что вам скучно смотреть правила, скучно смотреть подстройку, поэтому, чтобы сохранить интригу, чтобы вы увидели, как Жека палится над моим прохождением, как Жека будет возвращать свою кнопочку, а тут много всяких ловушек и испытаний, вы, в принципе, все поймете во время процесса прохождения, там будут объяснены все правила, и вы, ребята, также, надеюсь, посмеетесь со мной так же, как и я буду смеяться над Жекой и над тем, что у Жеки до сих пор нету кнопочки. Поэтому, ребята, я ничего вам не буду объяснять. Подождем, пока Жека там закончит строить. Я пройду его троллинг сразу же. Очень быстро, как обычно. И потом мы вернемся сюда и посмотрим, как Жека будет тут бомбить. Потому что сегодня я уже заколебал его. Говорю, Жека, лайкни мою фоточку, где у меня... Лайкни мою фоточку в Инстаграме, ВКонтакте, где кнопочка. Отстань от меня, от этой кнопочки. Почему у тебя уже есть кнопка, у меня нету? Вот почему, Жека. Вот почему. И в этот раз я ему еще раз напомню. Жека опять начнет бомбить, и все будет клево. Давайте, ребята, будем приступать к самому троллингу. Ну шо, Жека? Ну шо? А, да, Эдисон, я уже готов тебе все показать, все, собственно, заходи на мой троллинг, только знаешь что, я тебе скажу такую маленькую предысторию. Ну. Ты, Эдисон, просто лентяй, сидишь, снимаешь видосики на YouTube, играешь в Майнкрафт и зарабатываешь при этом еще и деньги. Ты вообще, знаешь, ты скажешь, ты лентяй. А ты кто, а ты кто, подожди, а ты кто такой? А ты кто такой? Тихо. Ты, это ролплей, подожди, влейся в роль. Понимаешь? Ты нифига не делаешь и зарабатываешь деньги. Вот иди и докажи подписчикам, что ты не просто ютубер по Майнкрафту, а ты еще и хороший работяга. В общем, Эдисон, сегодня ты отправишься на завод. Хорошо. Жека, ты как будешь доказывать? Как ты будешь доказывать? Ой, так что за фигня? Жека, ты смазал? Отстань от меня, алло, алло. Что, дурак, Жека, не понимаю. Ты с ума сошел, Евгений? Эдисон, ну ладно, троллинг уже начинается даже не на самой карте. Убей их, Эдисон, убей их! Скинь их куда-нибудь, кокни их! Не на свой же троллинг. А, это мой троллинг, твою мать! А, это... Да, Жека, дай мне ТП тут сожрал. Алла, твою мать, я тебя еще убью нахрен. Я тебя... Блин, мне нравится. Только... Он дебил, видите, что он делает? Эдисон, беги. Все, Эдисон, ты прочитай, что они тебе написали? Ты прочитай. Ах ты, говнюк. Как уж можно быть таким? Мне интересно, а ты кто такой? Ты не ютубер, Жека? Алло. Эдисон. Ой-ой-ой. Эдисон, убей его, он легко убивается. Можешь убить, Эдисон. Эдисон, твоя задача попасть на завод. В общем, твоя задача попасть просто на завод. Это довольно-таки просто. Тебе нужно найти ключик.
Вот, тебе нужно найти ключик, поэтому проходи. Ты почему не в геймоде 2, скажи мне, Эдисон? А, потому что ты мне говорил в геймоде 2 быть, алло. Ты ничего... Ну ладно, Жека, нет, ладно, Ладно, ладно. А? Да ничего, ничего. Ты не пойдешь, а там как бы сундучок. А, ну там ничего нету, я просто там провалюсь, я просто уверен. Да? А, как бы сундук-то ты все равно сможешь открыть, даже если провалишься. Ну я не смогу оттуда ничего взять. Почему сможешь, я как бы брал. В воздухе... Ну, хочешь, как хочешь. Да, да, да. Ладно, да. Ладно, Эдисон, как хочешь. Эдисон, как хочешь, ты мог взять сундучок и упасть, а ты решил просто упасть. Как хочешь, Эдисон. Спаунпоинт. Так, я не могу их убить, Жека. Как хочешь, как бы, можешь их не убивать, они тебя сами закопают. На, по башке, на. Ты смотри, как их перекосило. Да я вижу, да, что-то странное с ними творится, Жек, я тоже. Так, ищи ключик на завод, как бы. Ключик на завод. А может, ключик был у хейтеров? Да нет, как? Я же их убил. А ты их скинул? Ой, да чё ты дурак, Жека, вот ты... Пошёл ты в сраку, а? Пошёл ты в сраку, Жека, так, ладно. Видимо, там ничего нету, Эдисон. Видимо, там ничего нету. Ага! Спалил? Ой-ой-ой-ой-ой. А тут... Опа, а тут что-то будет вообще ментировать? Опа, так, всё, нашёл, Жека. Молодец, Эдисон. Собственно, Эдисон, проходи на завод, только никуда. Просто постой здесь. Стою. Две секундочки, мне нужно просто тут кое-что сделать. Две секундочки ровно. Так, ты пока можешь там что-нибудь посмотреть. Вот, собственно, Эдисон, можешь проходить. Йоу, гей. Я вас слушаю. Ты новый работник, что ли, да? А я большой Жека Босс. Йоу. Вот, собственно. Слышь ты, Педик. Да, я слушаю. Твоя первая задача собрать станок. Станок тебе нужно забрать, он находится вот в той комнате за дверью. Ага. Чё ты встал, Педик, иди. Но это не точно. Это не точно. Большой Жека Босс уходит. Большой Жека Босс тоже посидит на своем кресле. Так, мы пока оставим Большого Жека Боссу, Эдисон, тебе тут Большой Жека Босс сказал найти станок. Да, и тебе нужно собрать станок, вот в этих сундучках он находится. Вот. Да. Тут, ну, тебе нужно найти, правда, карточку. Вот, не знаю, где карточка. Карточку, да, значит, вот, нужно найти. Карточку, да. Карточку. Тебе нужно найти карточку. А тут есть у вас... Босс, у вас есть тут карточка? А ну, говорите. Босс, алло. Босс! А, да, точно, она же у меня в кармане. О, да, да. Дебил, да. А? О, да. Дебил. Так, спасибо, босс. Эдисон, давай, ищи станок. Кусок станка, а зачем? Подожди, а мне нужно куски станка собирать или нет? Ну да, ты должен собрать станок. Ага, станок, значит, собрать, да? Так, а где... Ты же хочешь работать на заводе, правильно? Не-не-не, ты хочешь, босс, это выход. Так, а где... Ты собрал 5 кусочков станка, собрал? 5 собрал. А где верстак, Джек, или что-то такое? А ну, рассказывай. Да нет, тебе никакой верстак не нужен. Не? Йоу, Педик, тебе нужно построить станок, вот, строй. Мне кажется, это для тебя станок, чтобы ты на нем прыгал, да, Жека? Вот, для тебя станок. Ну ты понял, да? Вот, так, ясно, Эдисон, тест на гея ты не прошел. Ладно, пойдем дальше. Пошли. Значит, все, значит, вы меня не принимаете, да, я могу уходить. Ну ладно. Все, я тут не буду больше работать. Нам геи нужны, нам геи нужны. Да, нужны, значит. Хорошо. Да, нам нужны геи. Собственно, проходите на ваше второе испытание. Я тут, да. Эдисон. Тут засорились трубы в этом на заводе. Ты должен их прочистить. Проходи. Трубы прочистить, да? Да. Ясно. Так, ладно. Трубы. А как их чистить? Босс, как их чистить? Ну, наверное, в них нужно забраться, наверное. Ну, для тупых объясняю, я же не такой тупой. Вот. А if machine is in operating press... Ты что, у нас новингли, Жека? Ой! Какой Жека? Я большой Жека-босс. Жека-босс в новингли, да? Так, ладно, Жека-босс. I know English, но это не точно. Но это не точно, да. Так, Жека-босс, я тут спаунпоинт поставлю. Жека-босс. Да, так, что у вас тут есть? Вам нужно забраться в эти трубы, нужно забраться. Трубы, да. Значит, да, забраться? Ну, сейчас заберемся. Да, трубы, сейчас. Трубы. Так. Это не точно. Ну, это не точно. Да, а чё... Да, тест на идиота ты тоже не прошел. Ну, ладно.
Ладно, тут ничего не работает, Жека-босс. Так, Жека-босс. А чё тут вообще работает? Даже не знаю. Жека-босс, тут ничего не работает, мне кажется. Тут я везде провалюсь. Думаешь? Да, ладно, ты не настолько идиот, как мы предполагали, не настолько. Вот и труба. Вот труба, да? Значит, мне туда нужно, да, Жека-босс? А может, вы первый пойдете? Да, вам нужно туда. Иди вниз. Нет, я просто позовем, понаблюдаю. Так, ладно. А что мне тут делать? Все чисто вроде. Все чисто. Ага. Да. Кнопка очистки завода. Ясно. До свидос! Не. Опа! Да. Тест на идиота ты точно не прошел. Вот и все. Не удалось тебе поработать на заводе. Все-таки Эдисон умеет только снимать свой Майнкрафт, как бы, да, и больше ничего не может делать. А ты когда работать будешь? Когда ты работать будешь, Жека? А? Покажи, как это должно быть. Я вообще большой Жека-босс, это мой завод. Ладно, хорошо. Включай гемот 0, Жека. Я на нем и так работаю. Хорошо. Давай, иди сюда. Включай гемот 0. Удаляй все, что у тебя есть в инвентаре. Удаляй. И, Жека, ничего не ломать. Ничего. Хорошо? Хорошо. Все, выходи со своей роли. Так, Жека. Вообще-то это я должен тебе приказывать, а не ты. Тихо будь, Жека-босс, все. Гей-тип. Но это не точно. Короче, Жека, ты сейчас ничего не видишь, да? Ничего не видишь, но у меня за спиной, вот там за спиной, да, коробочка такая черненькая, да? Ты понимаешь, что в той коробочке, да, Жека? Не, ничего не понимаю. Ну ладно, давай, не надо отмазываться. Все мы прекрасно знаем то, что Жека сегодня плакал, честно скажу, раза три плакал, потому что мне пришла золотая кнопка. Эдисон, ты пришла золотая кнопка, а мне на счёте пришла, хотя он подал заявку на 2 недели или позже, а ему она пришла, а мне нет. Это жизнь просто несправедлива. Видите, он уже бомбит. Поэтому, Жека, ладно, я тебе... Все мы знаем то, что она тебе никогда в жизни не придет, потому что Почта России, да, если ты сам ее не заберешь. Поэтому, Жека, вторая попытка забрать твою кнопочку. Первая попытка не увенчалась успехом, честно говоря. Да, Жека, тебе нужно... Хачапурчики твои любимые. Жека, тебе нужно найти способ, как попасть на крышу. Или просто как попасть внутрь, или как в фургон попасть, вообще. Ищи свою кнопку, Жека. Хорошо, я... Ага. Давай. Да, ищи, Жека. Даю тебе подсказочку, чтобы ты не парился. Тебе нужно найти 3 блока. 3 блока и вход внутрь. Ага. Ой-ой-ой, хачапурчики! Тихо, хачапурчики! Хачапурчики, Жека, я тебе помогу, держи меч! Да ёкарный бабай! Меч, убивай! Ну что, Жека, давай, ищи вход, ищи блоки! Давай, ты где? Алло! Хорошо, я пошел бить хачапурчиков! Давай! Хачапурчики! Ой, что-то не сильные какие-то, нужно по одному убивать их, походу. Да. Сильные. Да, давай, Жека. Ну, а может, я не буду... А, ну как хочешь, так... Да, тогда ты... Жека, ты... Куда? Обратно! Ага, значит, ты не сможешь туда допрыгнуть. Ой-ой-ой, что делать, Жека? Нет, я так не допрыгну. Ой-ой-ой! Жека! Тихо! У тебя гемот 0, Жека? Да, у меня гемот 0. Я тебе дам... Ой! Жека, мне кажется, тебе нужно все же убить хачапурчиков. Прям нужно. Ой. Прям все-таки нужно. Да, мне кажется, нужно. Ладно. Главное, не скидывай их никуда. Не скидывай. Да капец, как они меня убьют, так это чё? Да чё? Они какие-то супер жесткие. Что ж они. Ну это ж хачапурчики, Жека. Давай, убивай их. Давай! У меня 2 хп! На! Чё, какие-то сильные, да, хачапурчики попались тебе. Давай, Жека, бей его! Да ёкарный бабай, да они по 3 хп сносят с удара, я же откидываю, пипец как! На! На шо? Ой! На! Ну ладно, давай. Да, все, ты уже просрал, ну ладно, давай, Жека, дальше. Ищи! Че ты там где? Ай, да они меня убили, да это нереально, такие нереальные испытания. Да все реально! Да реально, они меня просто убивают за 2 секунды, все, я сдох. Ну попробуй еще раз, Жек. Мне кажется, вот сейчас получится. Давай. Давай. Все, меня сейчас убьют. О.
Убил? Ничего с них не выпало. В смысле не выпало? Ничего не выпало. Должно выпасть. Вообще ничего не выпало. Ну попробуй еще вообще раз. Вообще ничего не выпало. Ну с одного может не выпало. Ага, да у меня троллит, нифига не да, выпадет, я уверен. Не выпадет. Ну еще убей, на крыше убей, хочу. Убей, да, ну господи, убей, пойду. Убей его, Жек, убей, давай, давай, прибей его. Давай. А можно я не полезу на крышу? Не-не-не-не, давай, давай, давай. Ну почти, да... ну Жека, ну что ж ты такой-то нуб, ну убей ты его уже наконец-то, а. Да нифига себе не выпадет, я вам, ну вот, да, да. На, ну, а почему не выпало? Ладно, ладно, Жека. Ну, тебе, да, можешь на крышу пойти, в принципе. Мне кажется, там тоже нормально получится все. Давай. Да, правда, как я допрыгнул. Да, вот именно. Поэтому я сказал, тебе нужно блоки найти, Жека. Ой. Да, господи, еще чепурчик, да отвали-то. О, карточка, нормально. Нормально. Ой, как ты, ой. А мне хачапурчик туда перекинул, я даже не пострадал. Ну, ну ладно, да, это ладно. Читерство, читерство. Давай, Жека, проходи дальше. Ой. Да, забыл про это. Жека, а что ты думаешь, кнопку так просто достать? Давай, давай. А, ой, случайно сломал. Так, угу. Опять хачапурчик, да твою-то мать, да как же не заколеб... О, ты его убил, Жека, ты его убил, ты его убил. Ты молодец, ты его убил. Ой. Так, а чё там? Stone Bricks, у меня уже два. Stone, два уже значит, да? Угу. Мне кажется, да, где-то третий я есть. Могу достроить. Ну да, можно. А может я так смогу достроить? Да, наверное, попробую. Допрыгнешь? Да. Ага, ну молодец, молодец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, значит тебе третий нужно найти, Жека. Ай-яй-яй. Да, все ж ты хочешь попробовать, да? Ай, ой, угу. Ах, значит, говно. Где-то третий должен быть, где-то третий, да? А где он? А что там за красные блоки? Я не могу туда войти. Не-не-не, туда не нужно ходить, Жек. Может, где-то третий, так. Вот точно где-то третий должен быть. Я прям не знаю, где. Ага, все же есть. Ну, молодец, молодец. Кстати, я даже не посмотрел, что за этими дверьми, ну ладно. Ну вот, там сундук вот этот был. Да, давай. Ой, да тут твою-то же. Твою мать! Жека, ты. Так, а куда ты пошел, Жека? Алло! Куда я вообще пошел? Да, да вот именно, вот тупой Жека. Я запуталась. Так, все, бегу. Давай. А блок поставить не надо, Жека, не? Ты зачем? Да зачем? Давай. Опа, о, молодец. Да боже, сраные хачапурчики. Ага, то есть да я тоже, да, как я понимаю, не пройду. Да, тебе нужно попасть внутрь, там есть дырочка. Так. Жек, ну попробуй как-то обойти их, посмотреть, а не просто пролом бежать, дебил. Я уже понял, все, тихо, хачапурчики. Ага, все же догадался, да? Ой! Да, твою-то мать. Значит, оно так... Да твою-то мать! Значит, оно так не работает, или может работает, да? Я не знаю, Жека. Давай, паркур, раз Жека, давай. Поставил, значит, по-любому должно работать, просто как-то какой-то кривой, да? Да. Какого чёрта ты делаете, это говнюки. Да, давай, Жека, да, ты сможешь, Жека. Ой. Опа. Так где это я? О, там какая-то лестница. Да? Ага. Ну, умирай, Жека. Нет, значит, умирай. Все, подыхай. Ладно. Сейчас. Слушай, Жека, путь к золотой кнопке, сам знаешь какой, а тем более тут Почта России, так что давай. Давай, Жека. Да, я уже понял, что мне тут нелегко предстоит. Где я нашел эту лестницу? Сам вот. Ага, давай. Так, ага. Ну, ничего. Тебе наверх нужно как-то забраться, ищи. Не-не-не, мне кажется, ага. В другую сторону, Жека, мне кажется, надо. Ты уверен? Да. Вот тут я точно уверен, на 1000000%. Ага. Это в моей карьерной лестнице, я понял. Ага. Давай, топай. Типа должен тут допрыгнуть, а, или нет? Ага. Да. О, да! Молодец! Вот не пойми, что это такое, я испугался. Ну вот, Жека, ты, конечно, всем завидуешь, ты понимаешь, что вот тут у людей есть... У всех золотая кнопка, понимаешь? У Евгехи есть. Вот у нее нету. У Евгехи есть золотая кнопка. Да подожди ты. У нее нету, она обманщица. Жека, смотри. У Евгехи есть, да, уже золотая кнопка, да? Ну да. У Хелда скоро будет, да? Нету. Ну скоро будет. У Игора тоже нету. Ну ты подожди, у Хелда скоро будет. Он же лям у него стукнул. Да? Скоро будет. У Игоря 500 000, да? Но его золотая кнопка быстрее к нему дойдет, чем твоя к тебе, понимаешь?
У Демастера. У Демастера нету кнопки. Ладно, ну скоро зато будет. И у Вики Картер тоже будет быстрее, чем у тебя. Это, Жека, моя золотая кнопка, да? Вот, это моя. Вот видишь, какая огромная. Она больше, чем у тебя. А, ну потому что, видишь, она больше. А у тебя, Жека, нету. И что тебе остается, Жека? Это, конечно, это не конец жизни, Жек. Это не конец жизни, но. У тебя есть самое ценное в твоей жизни. Сам знаешь, да, что. Да, Стефан. Да, я понял. Поэтому, спасибо. Поэтому, Жека, будешь наслаждаться этим до конца своей жизни. До конца своей жизни. Да, 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 Жека. Не-не-не-не-не. Да, как ты туда провалился? Ну, алло, я не понял. Как ты провалился? То, что хочу. Я тоже к тебе хочу. Ай, я в блоках застрял. Эдисон, помоги. Эдисон. Жека, ты... Будешь тут страдать, смотреть на чужие... Я в блоках застрял, блин, это я понял, опять он меня телепортирует, он все мигает, здесь что-то прикольное. Да, все мигает. Иди ты в жопу, типа, Стефан. Все мигает. Жека, ты вечность тут проведешь со своим... Помогает, офигенно. Со своим любимым Стефаном, золотыми кнопочками. Иди ты в жопу. Мне кажется, тебе тут понравится. Ой, я, короче, начал скейп нажимать. Я, кажется, случайно ливанул сервера. Я уже зашел. Ну, Стефан, золотые кнопки вокруг, конечно, не твои, да, Жека? Но все же. Ладно, оставайся, смотри на золотые... Может, меня вытащишь отсюда? Да нет. Может, меня вытащишь, у меня маленький Майнкрафт лагает. Мне сейчас вылетит нахрен, я вот чувствую. Пожалуйста, помогите. Ну ладно, Жек. Ты насмотрелся на золотые кнопки, мне кажется, нормально, да? Куда ты побежал? А ну стоять, ты где? А Жек? Алло? Ты как эти команды блоки откручись? Ой, ребята, знаете, вообще-то, вот Эдисону просто так пришла кнопка, а мне ее вручат на видеоклипе. А, да. Годиков так через 5 тебе его вручат, а моя вот уже ой, там... Ой, да зато я, вот Эдисон сразу насладился. Да. А я, представляете, мне через 1.5 года придет, и такой... Охренеть! Ты уже забудешь даже про свою кнопку через 1.5... Вот именно, Эдисон, вот именно. Я уже забуду и такой, охренеть! Да. Ладно, ты себя утешаешь, Эка, да. Ребята, вот так вот. Вот так вот, Жека без золотой кнопки. Вот так вот, не точно. Ставьте, ребята, огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Давай, говори, бородач, а? Что-то себе бороду отрастил. Господа, не забывайте писать уже комментарии, вот, йоу. И также подписываться на наш канал, йоу. Ну, если вы, конечно, не педики. Да, если не педики, то подпишитесь. Да. Но это не точно. Если не педики. Но это не точно. Это не точно. Да. Поэтому, ребята, огромное спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем. Что ты там ставишь. И всем пока. Покедова.